Всем привет! Очередная посылка из Китая. Открываем. Это у нас Bluetooth адаптер для телевизора. Значит, работает таким образом. Вы включаете в телевизор в USB сам адаптер и вот этим шнуром, шнур AUX, подключаете к его выход наушники и включаете вот сюда в сам Bluetooth адаптер, и он начинает передавать сигнал через Bluetooth. Значит, ну, не только подходит для телевизора, также можно и компьютер, ну и любую другую технику. И если даже нет USB в самой технике, можно использовать обычную там зарядку для телефона и, ну, собственно говоря, включить штекер в выход 3,5. Дальше передача идет через Bluetooth. Вы берете себе Bluetooth гарнитуру и получаете сигнал, смотрите видео, телевизор, слушаете там радио и так далее. Вот, товар рабочий, ссылку на товар я оставлю в описании. Всем спасибо, до новых встреч, пока.